Всем привет, друзья! С вами я, Андрей, вы на канале Guys Games, и это продолжение выживания в игре Raft. На прошлой серии мы с вами построили... хочу сказать вам, как оно называется-то. Гриль, да, построили гриль, пожарили же рыбку, там нужно нам покушать, и, по-моему, нам нужно сделать опреснитель, да? Сейчас мы сделаем опреснитель, думаю, мы сможем попить воды, если мы не попьем сейчас, то там будет провал, у меня герой умирает, по-моему. И что нужно дальше? Нам нужно расширить плот. В этой серии, в этом видео, расширить плот. Нам нужно добыть побольше ресурсов, потому что нам эта акула не даст нормально жить, я чувствую. Нам постоянно нужно копии делать. Еще так, я так и не понял. Если вы знаете, я просто это видео подряд записываю с прошлым. Напишите в комментариях, почему так много в прошлый раз я бил акулу. Я ее прям много бил, не знаю, раз 10 к минимуму. Кого 10 больше, чем 10 раз ударил? Чуть мне казалось, раньше она быстрее умирала. В общем, напишите мне инфу, сколько раз надо бить. И... Я же выходил, когда у меня был... Этот был, как его? Шторм был. Вот это лайфхак. Я вот только что лайфхак вам, видите, сделал. Перезаходите в игру, а шторма не будет, если у вас был шторм, и не хотите вы в нем находиться. Потому что шторм мне прям аж... что-то... Я могу забрать рыбу? Хорошо, сырой. Так, надо опреснилку. Быстрее надо сделать опреснилку, пока... Что-то мы сильное течение имеем, да, сейчас? Пока я не умер от обезвоживания. Мне прям, видите, воды прям на границе уже. Опреснитель, что для него надо? Обычный опреснитель. А, у меня все есть. Хорошо, ставим опреснитель. Просто проблема, видите, в чем? Мне срочно нужно еще фундамент наделать. Пластика не хватает еще. Блин. Прям. И срочно нужно найти этот пластик, потому что мне нужно, по-моему, кружку, да, сделать. Для нее пластик нужен тоже. Короче, добываем пластик. Кружка сколько стоит? 4 пластика. Вот он как раз плывет. Раз. Фу, поспокойнее. У меня прям паника была в прошлой серии. Я подряд записываю. Ребята, я вам запишу где-то 2-3 серии сразу. Подряд. Ну, для того, чтобы... Так, это что здесь? Положить доски? Так, опреснитель пока не используем. 2-3 серии подряд. Так как есть сейчас время позаписывать. Большие серии записывать не могу. YouTube будет очень долго обрабатывать. Так еще и лаганет, как назло. Очень большие видео у меня почему-то YouTube не хочет обрабатывать. Поэтому будет по 30 минут. Подряд буду записывать по 2-3. Ну и, соответственно, пишите комментарии. Как только смогу, прочитаю. Так, смотрите, делаем кружку. Изготовить. Делаем кружку. Наливаем воду, набираем. Наполнить соленой водой. Так. Положить. Шикарно. У меня персонаж хочет очень сильно пить. Прям крайне сильно хочет пить. Видите, он умирает у меня. Сейчас будет ему плохо очень. Короче, нам надо выжить. Но это всегда в начале игры очень сложно. В начале игры это всегда очень сложно. Выжить, потому что, ну, у тебя ограниченное время на то, чтобы все сделать сразу одновременно. Так, положить доску. Что, я могу набрать? Наполнить опресненный. Выпить. Наполнить соленый. Наполнить сюда. Все, хорошо. Мы попили воды. У нас, смотрите, теперь персонаж немного начинает восстанавливаться. У меня есть свекла. Надо свеклу пожарить. Положить сырая свекла. Отлично. Свекла начала жариться. То есть все хорошо. Слушайте. Все прекрасно, но знаете, что я сделал? Точнее, не сделал. Я опять забыл включить таймер. Давайте поставим таймер. Чтобы видосики были по полчаса. Все, я думаю, мы теперь выживем. Теперь уже прям есть ощущение, что больших проблем у меня не должно быть с этого момента, начиная. То есть, в принципе, у нас есть опреснитель, у нас есть удочка даже, у нас есть вода. То есть, еда, вода у нас есть. Есть чем защищаться от акулы. Есть копье, то есть, она у меня быстро мой плот не сломает. Мы уже будем жить. Я вон вижу, кстати, остров чуть-чуть больше, чем был прошлый. И знаете что? У меня не хватает на якорь, по-моему, опять. Пробуем сделать. Так. Есть на якорь, поплыли. Так, а хватает ли у меня на парус? Блин, ты сколько надо этих листьев-то, ё-моё. Я хочу туда, я хочу к этой штуке. Берег это всегда большой плюс. По возможности всегда нужно стараться, ну, идти на берег, если тебе дает эта игра. Конечно, вокруг берега нету листьев, и это минус. А они вот нужны, видишь, мне сейчас постоянно во всем. Листья, дерево. То, что нужно. Но мне нужен...
Короче, мы поплывем по-любому. Я уверен. Надо плыть. Надо потянуть побыстрей. Ну, это небольшое дерево, но... Ой, да, там дерево есть небольшое. В принципе, там я и листья смогу добыть, да, с него? Остров не очень большой. Вроде бы два дерева я вижу там. Надо плыть. О, доски вываливаются, слушайте, срочно. Маленькое хранилище. Блин, ну как? Пластик, срочно. Говорю, все уже на мази. Нифига не на мази, ребята. Мы плывем мимо. У меня хранилище отсутствует. Давай сюда поскидываем всякое разное. Ага. Поскинул. Поскидывал. Так, давай попробуем подплыть сейчас как-нибудь. Вот там две бочки, кстати, есть. Акула плывет. Ё-моё, отстань. Мне туда надо. Игра, дай мне туда. Не души, игра. Пожалуйста. Если я буду плыть в эту сторону, по-моему, у меня течение под гребе поднесет как надо, да? И нужно будет якорь вовремя просто кинуть. Фух, опять у меня напряженочка пошла. Так, там свекла должна была приготовиться, да? И надо воды еще сделать срочно. В опреснитель лить. Сейчас, если я смогу нормально кинуть якорь, по-человечески, не как в прошлый раз. Ну? Кинул. Так, очень мало места. Ребята, у меня очень мало места. Но я могу теперь чуть-чуть расслабиться и подумать, что я не сделал. Так, мне нужно кружку взять, да? Наполнить пресной водой, попить. Наполнить соленой водой. Наполнить пресной. О, такой воды. Так, смотрим сюда. Подкидываем доску. Забираем вяленую готовую свеклу. Съедаем ее. Свеколку опять накидываем. Все, у меня готовится еда, готовится вода. Все имеется. Здесь что? А, здесь всякий хлам, который, блин, тоже как-то не очень-то и нужен мне. Знаете, что нужно? Мне нужно плот расширить. Но у меня нету пластика. Весь пластик остался где-то там. Проблема. Но я могу сюда сходить. Могу сходить сюда, где акула. Там все в порядке. Пошли. Главное, что я могу сделать, это я могу прийти и пособирать сейчас тут дерево. Пособирать. Слушай, оно дает мне листья? Давай посмотрим. О, дает листья, отлично. Смотри, досок много дает. Пальмовая семечка дала. Отлично, мне нравится. В принципе, профит есть от этого, мне кажется, да? Заходить на эти острова. Смотри, дальше сюда смотрим. Опять, смотри, пальмовые листья, доски, кокосы. Шикарно. Кокосов сколько много дало, ты посмотри. Мы можем пить. Давай поедим, попьем. Шикарно. Да, есть профит, смотри. Цветы собирать не будем. И там бодросли, похоже, можно собрать в той стороне. Но мне нужно обязательно убить перед этим акулу опять. Сразу. Это будет сложно. Это будет сложно. Акулу убить всегда сложно. Но мы постараемся. Так, это что? Что-то я арбузов не нашел. Обычно арбузы есть на этих островах. Что по времени у нас? Что-то у меня, кстати, таймер, я не понял, если работает. Да, работает. Еще время у нас много, так что мы сейчас все успеем сделать. И плот расширим, я думаю. Только вот пластик буду добыть. Пластика я вообще не вижу на горизонте, смотри. Нету пластика на горизонте. Хоть. Чё ему делай? А, знаешь, что еще я вспомнил только что? Очень важную интересную штуку. Так, тут я смогу запрыгнуть, нет? Да ё-моё, ты серьезно? Так меня акула сейчас тут начнет есть, ты чего? Так, аккуратненько сейчас. А, по-моему, возле этих островов, где-то внизу, есть везде заначка. Вон акула плавает. А, что имею в виду? Какой-то схрон. А, какой-то ящик лежит, и в этом ящике есть лут обычно. Ну, то есть что-то хорошее можно найти. Мне пластика не хватает. А как туда? А, вон, смотри, там схрон есть. А как туда подняться? И вот схрон, кажется, да? Это же пластик? Да, это пластик. Подожди, ну я туда хочу. Наверняка как-то можно. Давай попробуем. О, вот еще одно дерево.
Слушайте, это классный остров. Очень профитный. Я прям манго набрал. Посмотрите, сколько досок. Семечки. Так, давай поедим манго. Надо вот это все сейчас поесть. Кокосы, манго, прям до фулла, чтобы наесться. А, арбузы. Вообще шикарный остров, ребята. Если бы тут можно было рассаживать эти все дела, прям здесь, я бы тут сейчас и поселился на время. Но плохо пластика тут не добыть. Вот это минус. Еще, смотри. Ху-ху. Вот это сейчас я подобываю здесь. Просто офигенно. Так. Что по инвентарю? Инвентарь еще имеется. У меня чертежи приемника и есть чертеж антенны. Это хорошо. Еще выше можно подняться, смотри. Я еще арбузы, просто арбузы могу пропустить. Давай еще поедим. Мангусика съедим. Вообще, манго как? Любите, нет? Кто ел манго, расскажите. Я обожаю манго. Ну как обожаю? Ну да, прям реально, мне кажется, один из самых вкусных фруктов. Это фрукт или это ягода? Не знаю. Фруктов. Так. Шикарное место, просто шикарное. И сюда мы, да, добываем? Смотри, ящик. Гвозди были, ёлки-палки, надо съесть вот это. В смысле? Ну не помещается, а что возьмем? Сок лианы. А что делать? Глина. Давай арбузное семечко скинем. Хлам возьмем. А это можно добывать, вот это вот интересный момент? Нет. Интересно, ребята, слушайте, сколько много всего здесь. А интересно, тут ноги ломаются, когда падаешь? Давай проверим. По-моему, тут ничего не ломается, да? Можно просто упасть. Хорошо, а это что? Ну, это типа показывает мне, что наверху что-то есть, да? Подсказка такая и была. Хорошо, это прекрасно, конечно. Как назад вернуться? Хм-хм. Где акула? Вон она. Вижу. На себя там, блин, нападай. Чё, ты сюда идешь, да? Раз. Два. Три. Свободно. Свободно, пидруга! Куда-нибудь гуляй, иди. Починить. Так, смотрим, что здесь у меня. Свекла имеется, да? Мне надо... Слушай, что с хламом надо делать? Я не знаю. Слушайте, хлама прям дофига уже всякого разного у меня. А, одежду сюда можно, да, складывать? Смотри, отдельный размер. Ой, и маленькое хранилище для хлама тоже, да, не подходит. Слушай, надо уплывать, получается, потому что у меня... Ну, нет смысла что-то добывать сейчас здесь. Какой смысл? Надо плыть. Убираем. Надо плыть, да. Я просто время свое трачу сейчас. Зазря. Давай попьем. Кстати, мне не нужно, да? Наполнить пресной водой. Чашка с водой у меня, да? Хорошо. А, это готовая свекла, пока брать не буду. Тут доски имеются. Что мы можем? Давай смотреть, что мы можем сейчас делать. Маленькая грядка, но чашка не нужна, это не нужно, это не нужно. Это... удочка у меня есть, топор мне не нужен, крючок мне сейчас будет нужен, для этого нужен пластик. А, кстати, крючок прям вот, это же самое основное. У меня пластика нету совсем. Короче, сейчас задача набрать очень много пластика, потому что для того, чтобы... Давай покажу вам. Для того, чтобы расширить плот хотя бы на одну единицу, нужно два пластика. Для того, чтобы сделать крючок, который у меня сейчас ломается, нужно два пластика. Короче, везде пластик нужен. Крайне сильно причем. А здесь пластика нет, да? Здесь есть песок, есть камень, есть глина. Слушай, ну нормально все. Свекла всякая, туда-сюда, рыба. Много всего, но основное сейчас в другом у меня заключается. Основные проблемы. Это вот раз. Промазал, у меня крючка нет уже, а я промазываю. Раз. За каждый бросок, когда мы бросаем подобную закидочку, да, у меня каждый раз израсходуется крючок мой. Вот, но я могу сейчас новый сделать. Вот только что прям два нашел, как его,
Два пластика и тут же... Да брось ты! Ну что такое? Все сломалось. Крючок залагал, видели? Я пластик пропустил. А нет, смог поймать. Забирайся, заберем еще кусочек дерева. Но дерево, кстати, сейчас меньше всего мне нужно на данный момент. Это остров, где я был, да? Да. Мне нужны листья. Подожди, кстати, что по листьям? А, листьев пока тоже нормально. Надо было веревок наделать. Давай сделаем, знаешь что? Чего ты выбросил-то? Зачем? Немного веревок наделаю, потому что... Так, этот вроде бы три пластика, да, дает? Один. А баклажка? Баклажка нисколько не дает, потому что я ее не поймал. Вот там пластик есть, давай его. Уплывает сюда акула. Короче, добываем пластик, добываем дерево, добываем, ну, вот эти основные ресурсы, листья. Сейчас нужно много этих основных ресурсов добыть, чтобы как-то жить здесь. И постепенно нужно расширять свой плот. Прямо добыл немного пластика, расширил плот, потому что мне ходить сейчас уже неудобно здесь очень. Я в слишком ограниченном пространстве нахожусь. Опять слышите остров? Не может быть. Когда чайки кричат, это значит где-то остров недалеко. Я не хочу на остров идти. Хотя... Где остров? Либо остров, либо плот рядом где-то есть. Бывает еще по пути тебе встречается плот. То есть ты плывешь, и кто-то, видимо, тоже выживал и не выжил на этом плоту. Погиб. И говорится, или акула его съела, или еще что-то. И этот плот... Кстати, знаете, есть типа игры рафта, есть где ты летаешь на этом... Как его называют-то? На дирижабле, типа, или как называется, короче. На летающей штуке специально. Летающий плот, так назовем его. По-моему, от этих же разработчиков. Надо будет в ту игру поиграть с вами. Напишите мне, как эта игра называется, чтобы мне ее было проще найти, кто знает. Что, выпало? Что-то выпало? Ты кто? Блин. У меня что-то выбросилось. Ай! Пластик уплывает, а мне что-то выпадает из инвентаря. Давай арбуз есть. Как-то игра называется, короче, я не знаю, поэтому, если вы знаете, напишите. Я прям после этой игры бы поиграл в ту. Интересно тоже. Тоже плот надо расширять. А мне кажется, я в нее даже начинал играть. У меня такое ощущение. А вон большой. Смотрите, большой остров слева. Что-то островов много сделали, я не понимаю. Что за баг вообще? А где мое весло? А, оно у меня. Поплыли туда. Плывем в ту сторону, потому что течение, по-моему, меня несет направо куда-то. Ну, имею в виду. Где правая рука, да, в правую сторону меня несет. Если мы будем в эту сторону сейчас гребсти, что там надо для того, чтобы разовый сделать? Опять у меня не хватает места. Давай сделаем еще один разовый. Как он называется-то? Якорь. Блин, места не хватает. Надо пластика больше, срочно. Надо еще один пластик добыть прямо сейчас. Просто какой смысл мне туда плыть, к этому берегу? Если у меня нету места под хранилище, а мне негде это все складывать будет. Может быть, там будет пластик, конечно, я не знаю. По-моему, меня несет уже совсем от него. Вон, весь пластик там. Придется сейчас плыть, я сейчас закину якорь и поплыву, сплаваю за этими ящиками, потому что... Мне нужно построить еще одно хранилище. Это очень мало места. Крайне мало места у меня. Некуда складывать. Ресурсов уже очень много, что-то я добыл. Мне еды много и воды много. Но сейчас пальму, если я типа добываю, у меня будет еще больше ресурсов, понимаете? В чем штука? Я могу потом просто за пластиком только гоняться, потому что я и листья, и дерево смогу добыть, ну, отсюда, с берега. Так. Эту штуку сюда. Да, мне относит течением. Плюс темно сейчас будет. Ну его нафиг, надо побыстрее, короче, к берегу. Весло ломается. Прям уже почти сломалось. Течение прям вообще... Слушай, как близко подплываешь, прям течение ужасно сильное начинается.
Да уйди отсюда. Ну как ты? Она как специально это делает. Видели, что она делает, эта акула? Она издевается. О, пластик. Братан, ко мне иди. Пожалуйста. Да, ты мне нужен. Блин, ну как это? Чуть-чуть осталось же. И что, это... Сейчас что, поднимается волна? Не верю, не может быть. Ну тебя нафиг, ты только запрыгнул в воду, ты что? Волны поднимаются, ё-моё, ребята. Где акула? Она проплыла, да? Ой, зараза какая. Ужас, как же она душит это в этой игре. Тут тоже надо было полечить, да? Смотрите, минус в чем. Когда акула тебя кусает, вот эту всю маленькое хранилище делали. Когда акула кусает твой плод, она немного его разрушает. Если она его разрушит до конца, то на чем все, что стоит на этом участке, да, вот в этом квадрате, да, все утонет. Ну, это, естественно, мне не нужно, ты понимаешь, да? Так, что там для топора надо? Места совсем нет, это провал. Можно поесть еще арбузика. Фу, поедим арбузика, нормально все. Место для топора. Так. Ты давай плыви отсюда. Каменный топор. Доски, веревки требуют. Ой, надо сделать топор. Доски, веревки берем. Берем доски, веревки. Каменный топор. Поплыли. Наверх. А как сюда попасть? Акула, не кусай. За жопу меня, пожалуйста. Так, что здесь имеется? Давайте посмотрим. Это уже остров побольше, да, вроде бы, насколько я вижу. Да что такое-то, а? Угу. Остров побольше. Хм. Посмотрим сейчас, что здесь есть. Интересно, запись идет вообще, нет? Да, запись идет. Все. Хорошо. Слушайте, ну интересное выживание. Видите, топор сломался, поэтому мне нужно было еще один приготовить заранее. Я типа сюда могу забраться, да, по этому пню? Такое чувство, что тут кто-то уже обитал, мне кажется, разве нет? Типа, откуда тогда тут такие бревна лежат, смотри прям. Ты что тут летаешь? Красиво, смотрите, как красиво. Смотри, вот это на превьюшку пойдет. А можно как-то убрать? Пойди настройки, управление... Чувствительность клавиши идти вперед, налево, назад. И ползти. Плыть вниз, так это понятно. Повернуть, убрать. Бросить предметы, расстояние, информация об игре. Показать скрытый интерфейс. Опачки, точка, да? О, вот, смотрите, на превьюшка, красота. Луна полетела. Блин, классно как. А что за питая там включает? О, вид поменять можно, смотри, как классно. О, давай с этим видом поиграем. Только немного управления неудобное. С этим видом. И как будто бы лагает чуть-чуть, такое ощущение. Но, по-моему, очень красиво, да? Я смогу на превьюшку что-то сделать. Сейчас наверх поднимемся. По-моему, очень красиво. Напиши, как лучше тебе. Как больше тебе нравится. В такой вид или... Как был. Слушай, арбузов дофига. Арбузы вообще очень хорошая еда здесь. То есть они пополняют жажду, что не, ну, немаловажно, да, очень сильно пополняют. Так, в принципе, еду дают хорошее количество. Так, почему луна так высоко? Я хочу еще выше подняться. Вот, вот это вид, смотрите. А? Можно будет на превьюшку, да, это взять тоже? Так, а ну-ка давай вид поменяем, на что там? Не, так вид гораздо хуже. Так, как будто бы графон другой, да? Или пойдет? Вот красота. Вот красота, а? Вот так вот, да? Слушайте, ребятки, секундочку, принтскрин. Секундочку, принтскрин надо сделать. Эть, вот сюда. Все, ребята, сори. Ну прям, ну не мог я это оставить в покое. Я по-любому должен был заскринить это.
Очень красиво, я люблю такую атмосферность. Атмосферность очень красивая, выживание тут прикольное. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится по звуку то, что музыка прям уж совсем убавлена. А, кстати, у меня такой звук был, да, не тихий в игре? Вам, наверное, нифига не слышно, да, было? Надо будет проверить. За это сори. На следующих видосах будет лучше. Так, добыл. Не добыл, а добыл. Давай, пойди. Угу. Что-то не вижу ящика здесь. Тут, походу, ящик где-то на дне находится. Цветы. Давай, поедим еще вот эту штуку. Кокосы. Кокосы воды, да, больше дают? Мне вода не нужна, мне надо поесть. Давай скинем это все добро. Не знаю, будем что-нибудь нырять, лутать или нет? Так, что сюда можно сгрузить? Это сюда. Кокосы сюда сгружаются. Надо, в общем-то, с инвентаря просто все убрать лишнее, чтобы мне ничего не мешало вообще. Потому что пока, очевидно, что-то лишнее тут есть. Шикарно. Вот это видос. Вы посмотрите на эту красоту. Классно. Сейчас ночь закончится, кстати, получается, да? Сейчас день будет. Так, будем плыть или не будем? Вот в чем вопрос. Страшно же. Просто что-то ночью мне не прикольно. Вот эта акула, ее не видно нифига. Давай попробуем. Где ты? Сюда иди. Ты что, заняться нечем? Ну как это понять? Вот это как понять, ребята? Я прыгаю вниз убить акулу. Она в это время запрыгивает наверх и пытается съесть мой плод. Что за засранка, а? Тут еще лучше. Блин, да какие виды тут, ребята. Вы просто гляньте. Это супер. Слушайте, я даже знаю, как надо будет сделать. Надо будет... Хочу сделать красивую вам превьюшку. Надеюсь, вы оцените. Оцените лайком. Так. А, не попало, лошиха. Давай обратно. Го повоюем опять. Давай, раз на раз. Да ладно, я ее только сейчас убил, вы представляете? Эта акула все это время за мной гонялась. Все время? Это была одна акула, я ее столько времени убивал. И это, кстати, впервые я ее за это прохождение убил, да? Впервые! Столько ударов! Ну, на самом деле, если она пропала сейчас на минут 5 на 10, то я только за. Ха. Потому что если она будет появляться опять быстро, вот это просто жесть. Ну, что-то с балансом поменяли, раньше такого не было. Раньше, очевидно, было гораздо проще с этим вопросом. Так, я начинаю задыхаться, да? Давай подобываем. Пока акулы нет, надо, короче, добывать. Надо добывать, причем надо на глубину сплавать. Сейчас, может быть, поплывем на глубину, я посмотрю. Мне голову дали, голову можно выкинуть сразу. Голова акулы не нужна. Подожди, по-моему, из этой головы акулы можно делать какие-то... Эти, как их называют? Чучело. По-моему, если не ошибаюсь. Типа, я можно на голову одеть. Я не знаю, она будет как-то реагировать на меня, акула, если на мне будет ее голова одета. Ну, типа, может быть, она бояться меня начнет. Видите, у меня 4 части акулы теперь есть. Ну, 4 стейка. Акулих. Это значит то, что у меня теперь есть что кушать. А, это прекрасно. Это прекрасно. Это значит то, что мы сможем пообедать. О, это что такое слева? Гигантский моллюск. Классно. Слушайте, гигантский моллюск. Из него, по-моему, я делал этот, как его? Сейчас бы не наврать вам. Опа, я, кажется, медь нашел. Что это? Ребята, тону. Из гигантского моллюска я делал гнездо для птиц, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, что здесь. Это что, медь? Вот медь мы возьмем. Медь такого ресурса я еще не добывал. Надо всплывать, да, сейчас? Давай вот этот еще попробуем, что здесь. Это железо, если, то возвращаться не буду. Да, железная руда у меня есть, мне она не нужна. Вот медь нужна была, я ее добыл.
Что-то тут еще редкое бывает, кстати, помимо меди. Давай посмотрим еще, что есть вокруг. Уплывать отсюда не будем, пока нет акулы. Нет в этом смысла. Нет в этом смысла. Уплывать отсюда не буду. Вон, сплаваем ящики, пойдем, у тебя бочки соберем. Тем более я фуловый, если даже акула появится, она меня не убьет. Давай возьмем только в руки вот эту штуку. Если бить по акуле заранее, то она, в принципе, тебе ничего не делает. Только если она там, конечно, лак какой-нибудь не поймает, как оно бывает здесь. Типа, если все делать грамотно, то она тебя даже ударить не может нормально. Вот это что, волны начались? А, кстати, тут же может быть течение сильное может начаться, и под это течение тебя может унести. Так что, не так-то и безопасно далеко от плота уходить. Так, от плота... Интересно, что там на глубине? Я знаю то, что раньше, если сильно... Опа, появилась новая акула. Все, надо валить. Ну, я вроде бы все добыл, кстати, даже, что можно было добыть здесь. На этом острове, в смысле. Давай на меня иди, красивая. Давай иди сюда, я тебя сейчас проткну. Посмотрите, если я заранее... Опачки, не получилось, но я ударил. Уже хорошо. А что он там этот закричал? Ему больно было или что? Интересно, я на правую кнопку могу выкинуть копье? Нет. Так, что мы набрали? Давай посмотрим. Все, что я набрал, мне нечего скинуть. Вы представляете? Во, давай голову оденем. Есть, я в голове! Вот это красивый! Ё-моё! Я опять вижу, как превьюшку можно сделать. А можно курсор этот как-то убрать? Не понял. Я хочу курсор убрать. Настройки. Графика. FOV 50 всего? А, слушай, надо FOV настроить, ребята. Я прям вижу, что мне как-то не очень. Во! FOV на 75 ставим. И смотри, как шикарно становится. Да, надо было FOV сделать. Сразу обзор лучше. Не знаю, мне эта голова, по-моему, больше мешает. Не уверен, короче. Ладно, ладно. Ребятки, на этом мы эту серию будем заканчивать. Обязательно не пропустите следующую, для этого подпишитесь на канал. Если вам это понравилось это видео, ставьте свои лайки, пишите длинные комментарии, поддержите меня, пожалуйста, своими комментами, поддержите продвижение моего видоса, чтобы другие тоже увидели. Если можете порекомендовать друзьям, друзьям порекомендуйте. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, все, всем пока, до скорых встреч.